Для создания пледа нам понадобится 5 цветов. Плед небольшой, размер у него будет примерно 70 сантиметров на метр при тех квадратиках, которые получаются. Мы будем вязать с вами 24 квадратика размером 17 на 17. И посмотрите информацию про плед. Вяжем 24 квадрата размером 17 на 17 сантиметров, поэтому общий размер пледа будет 70 сантиметров на 1 метр. И количество пряжи. Всего на вязание этого пледа у меня ушло 240 грамм пряжи всей. Из них синий, может быть темный, черный, какой угодно. Это основной цвет, которого ушло больше всего. 120 граммов. Серый. Это второй цвет. 60 граммов. Желтый. 50 граммов. Белый. 10 граммов. Немножко совсем. И еще у нас остается красный цвет, он идет как отделка, как разделитель, его нужно совсем немного. Так немного, что даже не ушло на... не пошло в вес, в метраж. Это разделительные полосочки, маленькие и тоненькие, их будет совсем немного. Подбирайте пряжу, выбирайте те цвета, которые вам нравятся, тогда и плед тоже принесет вам радость. Если вы вяжете на вязальной машине, отлично, я буду показывать вязание на вязальной машине. Если у вас нет вязальной машины, вы точно так же сможете связать этот плед, потому что единственное, что мы с вами будем выполнять, это квадратики. Они будут провязаны, но в них будут участвовать частичные ряды. Поэтому если вы умеете вязать частичные ряды или, как еще называют, укороченные, плед у вас получится. Присоединяйтесь к нашей дружной компании, и со следующей части пледа мы с вами начнем вязание.